Меня зовут Сенин Игорь Петрович, я доцент медицинской кафедры Гродненского государственного университета имени Анки Купалы, Республика Беларусь. Много лет занимаюсь вопросами физической реабилитации, в том числе и подготовкой специалистов в этом направлении. И когда 2 года назад узнал о коллеге, рекомендовали сайт академика Картавенко, с удовольствием для себя открыл это направление. Приехал я с одной только целью познакомить с результатами применения апробации и просто попытки освоения тех технологий, которые они разработали. Вот мы больше года уже, с марта прошлого года, на достаточно большом контингенте, ну, это где-то порядка несколько сотен человек суммарно. В основном это молодежь, студенты, и есть и постарше, на которых мы отрабатывали технологии, разработанные уважаемыми академиками. В частности, использовали комплекс, защитный комплекс противоковидный, противовирусный, который дал замечательные результаты. Результаты, которых мы сами, честно говоря, не ожидали. У нас все, кто апробировал этот комплекс в течение вот года и дальше больше года, не заболел. И даже, я больше скажу, не только ковидом не заболел, но и как-то мы не слышали жалоб от этих людей, чтобы они жаловались на какие-то другие ОРВИ, ОРЗ. Мы тут статистику уже не вели строгую, а вот что касается ковида, да. И убедились на собственном опыте, на этом эксперименте, который у нас запротоколирован, зафиксирован, и будем непосредственно это публиковать все, убедились, что эти технологии работающие, очень удобные. В процессе интервьюирования, соцобследования людей, которые вот почти 700 человек приняли участие, ознакомились с этими материалами, с этой методикой, высказались, огромное количество людей высказались в пользу применения этой технологии, верят в ее эффективность, а самое главное, отмечают простоту, доступность и безопасность. Вот я и приехал поблагодарить за это академиков и, ну, выразил надежду на сотрудничество, дальнейшую пролонгацию.